Всем привет, с вами ребята, и в принципе сегодня я играю на Майнплексе, в Майнкрафт, и поиграю сегодня в Skilled Builders, да, ребята, и в принципе у меня уже целых 100 подписчиков на канале, да, я знаю, то что это очень мало, да, но, блин, я как бы добился этого числа спустя, блин, 2 лет, да, на самом деле я 2 года, ну, мечтал о 30 подписчиков, но теперь у меня их 100, поэтому все намного жестче, да. Как бы ладно, в принципе, я поиграю сегодня в Skilled Builders, вот он находится, да. Ой, куда я зашел? Давайте вот сюда. Так, тут есть фигуры? Ага, есть. Ну, в принципе, ладно. Не знаю, ребят, надеюсь, вам понравится этот ролик, да. Я очень рад, то, что набрал 100 подписчиков, да. Всем спасибо, реально, за такое число. Прямо вот, реально, спасибо, да. Спасибо за то, что смотрите мои ролики, да, и как бы это очень приятно, потому что, ну блин, это не накрученные, а настоящие подписчики, да, это очень круто, хотя у меня уже когда-то накручивали, это когда было 40 подписчиков у меня еще, да, буду я честен, да, скажу вам, да, то, что мне уже накручивали, и, в принципе, по-моему, сейчас уже накрутки не осталось, насколько я знаю, ну, то есть, вроде бы, уже накрутки нету, может быть, там, подписчиков 10-15, но я что-то уже думаю, то, что здесь уже только настоящие подписчики, да, остались, теперь уже нету накрученных, да, ну, или они просто останутся навсегда, да и пофиг, в принципе, давайте, в принципе, начнем, да, ну, и погнали. Начинается наша первая катка на такой вот красивой зимней карте, ну и в принципе ладно, да. Я думаю, вы смотрели уже ролики про это, да. Ух ты, точнее, да, вот нормально. Такая построечка, да, наковальня нам это сделать, давайте мы ее сделаем. Почему-то она не сразу начала делаться, ну да ладно, пофиг. Так, мы делаем вот так вот, делаем вот эту двойную, да, и я, по-моему, вот так вот. Вот так вот наковальня была, да, вот такой вот, если я не ошибаюсь, да. И мы здесь ее делаем где-то вот так вот, да. Вот так вот мы, короче, все делаем, да. Ой-ой-ой, я что-то не то сделал, подождите меня, видимо. Здесь не такая наковальня была, я просто что-то особо не посмотрел, да. Хотя нет, вот, видите, это очень простая постройка, да, я думаю, все на 100% сделают. Хотя, окей, чувак, ну блин, тебе немножко не повезло, как бы. Я, ну, это реально очень легкая постройка. Мне кажется, да, я ее сделал на 100%, да. Сейчас у меня появится, да, 100%. Я немного заикаюсь, потому что ролик сразу записываю, то есть я, ну, вообще как-то я не собирался ролик записывать. Точнее, я собирался, но просто как-то неожиданно, то есть я никак не готовился к нему, и просто я знал то, что я буду на этом мини-режиме снимать, и все. Может быть, вот так вот правильно будет, да? Хотя, мне кажется, нет, подождите. Дичь какая-то происходит. Подождите, я вот так вот все делаю, смотрите. Получается... Нет, я что-то не то делаю, мне кажется. И я сейчас... Я дичь, короче, какую-то сделал. Что? Ребят, ну, смотрите. Вот с такой сковородкой реально можно разыграть. Почему... Это... Что это? Почему я не могу... Почему я взлететь не могу? English flag, окей. Давайте мы его сделаем. Так, естественно, у нас будет первый красный цвет или нет? Давай. Раз, два, три. Здесь мы делаем вот так вот. Оп, оп, оп. Все, отлично. Мы его сделали вот так вот. Выглядит флаг. Это было... Это было просто, да. Так, ладно. Что это? Что это? Подождите, я не понимаю, что это такое? Я что-то догадываюсь, но я не понимаю, что это такое. Я не могу понять, что это такое. Да. Я молодец. Я самый гениальный. И все, я проиграл. Я все сношу, получаю, я гений. Я лайк. Поставьте, пожалуйста. Я за гения... Что я сделал? Вы это видите, да? Вот тот чувак и тот, что ты, хотя бы постарался 2%. Капец! Блин, елка. Елка, она легкая, кажется. Но мне кажется, то, что нет. Так, наверное, во втором слоту будет. Все, давай. Да, я был прав, давай. Мы просто вот эту хрень делаем. Я вот сюда делаю вот так вот все, да. Такие вот листья. Или какие я, если честно, уже плохо помню. Изи как бы. Ну я молодец, я как бы елку не успел построить, поэтому я, наверное, первый. Я, наверное, первый вылечу.
66%. Или тот, или я. Полибас я. Нет, какой-то. Блин, ну я как-то... Я просто медленно делал, то есть я бы все правильно делал, но я просто медленно делал. Ну, как бы, суть здесь такая, да. В принципе, ладно, пчелки. Пчелки. А, отлично. Давай я вот эту сделаю хотя бы. Так, окей. Я что-то вот... Тут, по-моему, видел. Тут что-то видел, и вот тут что-то. Я не помню. 8 грёбаных часов спустя. Так. А, все, ну и гениально. Я молодец, я все успел построить очень быстро, да? Так, подождите. Блин, ну я... 16%. Ну все, я вылетаю, да? Прям сразу даже не стал крутиться долго. Еще раз скажу то, что всем спасибо за 100 подписчиков. Я очень рад, да? И стримить я буду почаще, да? Но это не точно. Все, всем спасибо. Пока-пока. Бля, я долбанул кое-что. Все, всем пока.